Уже полгода. Ты представляешь? Полгода не может поменять лампочку. Уже эта лампочка полгода как не горит, еще две другие перегорели. Скоро вообще люстра без лампочек будет, скоро в темноте жить начнем. Я говорю, мы что, с тобой кроты, что ли, в темноте жить? Он говорит, ага, поменяю, ага, угу. И ничего. Боже мой, лампочку поменять не может, мужик называется, я не знаю. Обещает, 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 я ему каждый раз напоминаю. На лампочку поменяешь когда? Он говорит, поменяю, поменяю. Угу. Ждите. Ой, повезло мне. Вышла замуж. Я не знаю. Ой, с детьми надо в зоопарк сходить, по идее. Давно им обещала тоже. Все что-то не до того, что-то руки не доходят до этого зоопарка, ноги не доходят. Машин не доезжать не знаю. Надо бы сходить вообще-то в зоопарк. Я вот думаю, может, на следующий месяц у меня выходные будут, я соберусь. Не, в эти выходные тоже можно, ну зачем? Не, в эти выходные я пойду с Наташкой гулять. В кафешку посидим, потусим. Вот. Потом там на шопинг еще немножко, туда-сюда. Они просят, конечно, знаешь, просят. Мы пойдем в зоопарк, мы когда пойдем в зоопарк, мы когда пойдем в зоопарк, мы когда пойдем? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Занудные такие. Слушай, а может это связано?